четвертого ряду, це чуть 50, отак взяли, порвали, викинули. Оце то саме, якщо ви пустите по вулицях. Так, це саме буде. І потім ви дохайте, що він був цей спецій. Ну, что мы будем делать? Мы будем голосовать? Да! Тогда я вас попрошу, женщины с Сильрады, вы выходите сюда, Ирина Анатольевна дает вам листочки, вы спрашиваете, один из листочков будет за Московский патриархат, потому что мы не можем лишить людей, которые хотят это сделать, и лишить возможности голосовать. Остальные будут за украинскую. Подходите, подписывайте, и может быть действительно, сейчас в Сильраде останутся списки, кто захочет, будет приходить и подписываться. Пока будут подписываться, я хочу зачитати. Ось буквально до мене сьогодні звернулася людина, депутат нашої Писарівської